итальянский лук испанского типа, то есть круглый, бронзового цвета. 110 дней срок вегетации, средний вес луковицы 150 грамм. По прошлому году показал урожайность с под фрегатов 66 тонн. Ну, опять же, по прошлому году, там, судить прошлый год тяжело, потому что в прошлом году 60 тонн гектара лука, это была хорошая урожайность. Но чернянки его убрали 80 тонн гектара. Для него это не показатель. Он потенциально выше 100 тонн гектара можно убрать. Но, опять же, при нормальной густоте посева, это миллион, максимум 1 100 000 семян на гектар, у него фракция получается 8+. От 8, 8 это мелкий считается лук у него, а так, в принципе, средняя фракция 10 сантиметров фракции. То есть можно убирать его 100-110 тонн с гектара без проблем, если нормальные погодные условия, есть хорошая капля технология. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.